День России в онлайн-формате в этом году пройдет на интернет-площадках. С 10:00 начнутся трансляции концертов коллективов Центра развития культуры области. Эстафету подхватят централизованные медиа-представления. Горожане в честь этого дня могут украшать окна своих квартир патриотическими плакатами. К слову, акция «Окна России» началась еще 4 июня. Как отметили в Министерстве культуры, в первые дни празднования, а именно 10-11 июня, уже транслировались постановки прошлого года оренбургских театров. В том числе это целый цикл экскурсий, видеопрезентации и лекции, которые подготовили наши музеи оренбургские. Это те, которые подготовили библиотечные учреждения. Те особые условия, в которых мы сейчас работаем, они нам позволили открыть, скажем так, еще одну из граней нашей работы. Позволил сформировать целое новое направление. Термин как цифровая культура. Этот день берет начало с 1990-х годов и считается одним из самых молодых государственных праздников. Насыщенная онлайн-программа заменила реальные мероприятия, которые обычно проходят в Оренбурге. Мы решили узнать у горожан, будут ли они отмечать этот праздник. Наверное, мы собираться в этот раз не будем, но мы про этот праздник помним, гордимся, любим. И на следующий год, надеюсь, встретимся и отметим его. Отмечать будем без алкоголя, встретившись со старыми друзьями. Благо выходной у всех. Да не знаю уже, как таковые праздники уже для меня нет, не существует. Соберем всех деток и пойдем по памятникам, по историческим уголкам нашего города. Выходной день и праздник прежде всего, чтобы воспитать патриотическое чувство, да, за нашу родину, за наш край. Мы сейчас на карантине вообще. В этом году мы особого значения этому дню не придаем. Как говорит наше руководство вышестоящее, что надо сидеть дома. Ограничиваться 1.5 метра, поэтому просидим дома. Затрудняюсь, я как-то даже и забыл. Наверное, нет.